Короче, это карта и кастомка StarCrafts. Carbot Animation. То есть здесь абсолютно все то же самое, что в StarCraft, только весь дизайн полностью изменен под мультик. Если вы еще не в курсе, что существуют мультики по StarCraft, добрый вечер. Go Google. Нет, Егор, не хочу. Поехали! Чувак с Твича по поводу Road to BlizzCon. Ответь еще раз. Идею. Точнее, на мой вопрос. Ла-ла-ла-ла-лей. Омг. О, жесть просто! Вот это жесть! Господи, я не знал, что это настолько охерительно. Боже мой. Какой дизайн. Разработчик просто конченый. Блин, круто. Вот таким должен быть StarCraft в киберспорте. Тогда бы все в него играли и смотрели. Жара вообще. Тут абсолютно все то же самое. Абсолютно. Только... Только анимации все другие. А, нет, стоп. Здесь, по-моему, юнитов ограниченное количество. Трешак. Говорят, вы что, реально не знали про эту кастомку? Она ж когда только вышла, я ее стримил в первый же день. А, вы же мой YouTube не смотрите. Конечно, зачем это делать? Так, строить можно, короче, только гейты и кибернетку. Господи, как тут застраиваться-то? Воу. Тут вообще ничего нет. Только ассимиляторы, пилоны, гейты и кибернетка. Лио! Вообще угар. Она еще в бете, она уже 3 месяца в бете. Простите. Ой, жара. Омг, как ярко-то! Чё ты меня бьешь? Иди сюда. Иди сюда. Чё хп юнитов не показывается? Все, 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 тише будь. Ай, спасибо, ребят. Здоровье это. Так, стоп, пока заделался. Да. Блин, так все. Такое все необычное. Чё ты за мной катаешься? Отстань. Так, тут вроде все понятно. Блин, жесть, как же ярко. Такая слизь чудовищная. Болото какое-то. Стримит даже? Ты чё, сколько у него там зрителей? Это зерлинги или что это? А, это... О, вот и зерлинги. А чё они какие-то не такие? А, вот так намного лучше. Так, пацаны, у нас это... Стоп, а кибернетка здесь для чего вообще? Какую нагрузку она вообще в себе несет? А, сталкеры. Воу, смотрите. Ну-ка, танцевать ты умеешь, интересно? Нет, не умеешь. А кора есть? Блин, кора нет. Угу. Няшки. Привет. Блин, твою ссылку удалили. Я посмотрю ее. Английскую озвучку надо? Да, кстати. Что там? Отбиваем тебя, нет? Что это такое? Что это? Блин, я не вижу ничего. ХП юнитов не вижу, вообще ничего не вижу, ничего не понимаю, что происходит. А ну иди сюда, а ну иди сюда. Что это такое? База союзников.
Они наплевали на меня? Что это? Что это? Они извергают какую-то херню. Так. Лол. Так, что там происходит-то? Фига ты дерзкий. Сколько у меня рабов на минералах? Блин, здесь цифры нет, неудобно. Оказывали ли? Блин, сталкер вдевать толком некуда. Из F2 тут вообще не разберешься, где свой, где не свой. Так, это все бустим. А где мне нычку занимать, как протосу? Скилл уменьшающий FPS. Давайте вот сюда вот. Ой. Плюющие собаки. Не, определенно нужно чемпионаты проводить по такой теме. Давай. Да-да-да, точно. Ой-ой-ой. Так, чуть-чуть отходим, пацаны. Что, деньги тратим? Куда вы пошли-то? А, о, все нормально. Блин, цвета, конечно, трудно разобрать. Как же светло, пипец. У меня на 9-й минуте так мало войск. Кажется, здесь что-то не так. Так, куда же газ-то тратить? 24. 20. Ну, вроде достаточно. Говорит, у тосов бусты, говорит, есть. Серьезно? Ну чё, гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Спасай бог. У меня не в соло же, в соло, нет, стой, чувак. Блин, нас убьют. Я бы не стал так нападать. Ну ладно, давайте попробуем. Да там писец народу. Зерк вошел, один отдался. Нет, пацаны, мы сейчас проиграем. ФПС как-то стал значительно падать. Что это такое? Так, сталкеры, зивоты. Так, это все заказано. Так, тут 10. Угу. Слушайте, как непривычно, когда из гейтов юниты выходят и идут пешком. Это просто пипец. Привет, Дес. Там очень много маринусов. Что нам мешает делать просто много юнитов? Это реально StarCraft для детей. Так, надо сделать, короче. Раз, два. Нет, давай только ты ко мне не пробежишь. Где вообще свои? База союзников подверглась нападению. Союзники вступили в бой.
Вот где зерг? Почему у зерга армии нет? Веди сюда своих врачей. О, где зерг? Башка, ты можешь взять свою армию и нажать в два клик? Можешь нажать? Две кнопки можешь нажать? Спасибо. Давай, нажимай свои две кнопки и пошли во клик. Микрим. Здорово, чей пустить. Так. Все, что нужно, чтобы делать в StarCraft, это нападать всеми вместе, а не половиной армии и не по частям. У меня осталось 5 юнитов. Ну, давайте, у вас врачей стадо, чего вы стоите-то? Ну, они могут тащить, а мы нет. Жесть. Просто жесть. Еще так неудобно войска стоят. Просто ужас. А, блин, масс роучи. Где свои, где чужие? Вроде там сталкеров немало. Да, нет, Левита кот наплакал просто. Денег до жопы. Слишком много денег. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Я понял, в чем у меня проблема. Я рабов с газа снял и новые газилки не построил. Из-за этого я не могу сталкеров заказывать. То есть я все время жал на заказ сталкеров, они не заказывались. Потому что газа не было. А вот звука уведомлений здесь практически нету. Блин, как же все плохо-то? Оп, куда? Не понял. База союзников подверглась нападению. Блин. Так, спасаем. Ваши союзники вступили в бой. Требуется больше веспи. Да, заказываться непросто, я вам скажу. Месторождение минералов истощено. Нет. Все очень плохо. Что, отходим, что ли? О, это же не наш роучи! Пацаны, тратим бабло. Еще непонятно вообще, где что. Давай пион построим. Мародеры такие страшные, просто жесть. А, все плохо. Все плохо. Тройные фугасы? Серьезно? Читеры. Читеры. У вас читы по-любому у каждого, я знаю. Ваши союзники вступили в бой. Прикольно. Вот такой StarCraft. Карбот Анимейшнс называется. Сейчас покажу, как написано в названии. Ой. Так, название кастомки пишется вот так вот. StarCraft мод. Ghost Hell 300 PM. Задрот. Ты охренел, что ли? Мы тут фанимся, не потеем. Так.
Все, идею мы реализовали. Джаника мы вычеркнули. Нет еще Энвар. Энвар не прошел. Только вчера начал четвертую. 4 на 4. Так ты же хотел воздух зерга. Какие 4 на 4? Так, теперь по поводу... Зерг, прости. 3-4 октября будут отбирать лучших игроков на BlizzCon по всем играм. Метелица и Старик тоже. Воу! Я думаю, это будет в ноябре. Какого нахрен 3-4 октября? Блин, у меня на выходные. А во сколько это все будет? Ладно, этим вопросом займемся не сегодня, это не к спеху. Так, 3-4 октября. Надо сегодня. Завтра утром надо будет разобраться с этим вопросом. Погладить кота на стриме.